Disco bitch. Bitch. Всем привет, с вами Крибом, это прохождение карты по Пехотиму, часть третья. Итак, ладно, правила, ну, не ломать эти блоки, если они заставят, играть на мирном, не используя читы X-Ray. Так, Джон, мы уже почти добрались до этого, о нет, что это? Фак! Ага, понятно. Итак, все, ты доигрался, теперь приговорил к казни за двойной побег из тюрьмы. У тебя один день в запасе. Окей, отправляйся во двор тюрьмы. Ты сам виноват, извини. О боже, постой, а где Джон? Он погиб. Когда вас подстрелили из пушки. И это все твоя вина? О нет. Итак, мысли. У меня два пути. Или... Короче, это пойти на казнь или опять сбежать. Так, ну конечно, я выберу сбежать. Так, тут бронька. Ну, поскольку играть на мир, нам есть нам тут не надо. И тут под кроватью я сразу вижу шерсть. Так, о, здоров, олень. Я рыл этот... подкоп 5 лет, он ведет всего лишь через стену тюрьмы. Я бы тебя не советовал бежать, третья попытка и тебя убьют. Расстреляют на месте. А мне терять нечего. Если так посчитать. О. Так, ладно. Не очень тут как-то страшно. А-а-а. Вот мне уже страшно. А чё тут так темно? А, ночь на улице. Ух, я на свободе. Нужно бежать. Да, наверное, далеко мы не убежим. Так, надо переждать эту ночь тут. Так, хорошо, что ночь. Кровать. Ну, ложись. Всё, ладно. Что у нас тут? Бронька. Так, странно, слишком тут тихо. Ну, понятно, только что убежал. Какой-то дом. Понятно, что это дом. А, вот там тюрьма. Тюрьма. И в чем прикол? Прикольно. Полицейский, ну вот ты и попался, ха-ха-ха, я так и знал, что ты сбежишь, но на этот раз я тебя сам убью. Догони. В какую дверь идти? О-о-о. Блин. Блин. Это всю броню получается, про... Так, ну ладно, тогда я эту оставлю тут. Пока. Блин, я правильно отгадал. А теперь что? Кодовый замок? Я с кодовыми замками не дружу. Поэтому... Я, возможно, буду его долго ломать. Ну. Ну, давай. Открывайся. О, открылся. Что я сделал? Блин. Нет.
Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет. О, да. Так, паркур. Немножко не помешает. Тут у нас лестница. Так. Хоп. Хоп. О нет, о нет, о нет. Тонем, тонем. Немножко лоханулся. И поэтому лестницу просрал. А чё я с Магнитумс? Хотя, читерить это нехорошо. Ну просто, вы уже, наверное, поняли, что пройти, возможно, без этой одной лестницы нельзя. Так! Блин, это уже была моя проблема, не прыгнули. Так, еще раз. Только на этот раз. Все должно быть точно и правильно. Точно и гладко. Так. Падаем. Бежим. О, да, реально, броню забрали заодно. Так. Надеюсь, я не просру, как всегда. Как это у меня получается лучше всего. Оп. Нет! Нет, ворона я. Блин, 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 блин. Блин, 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 блин. Давай уже. Прекращайся. Так. Аккуратно. Бежим, прыгаем. Да я ж прыгнул. Блин. Я ж все время прохожу такие. Точнее, прыгаю все время. Давай, быстрее. Оп. Да. Что ж такое? Ну, блин. Ладно, последняя попытка. Так. Есть, раз. Есть, и два. Все, прошли. Так, я лоханулся тут. Это надо на кнопку нажать и пробежать сквозь дверь. Так, видно свет. Видно свет в конце туннеля. Если упаду, будет очень плохо. Так, а я не упал. Так, неужели свобода? Неужели? Что ж будет в предыдущих частях, раз на то, если это свобода? Итак, машина едет из тюрьмы, нужно запрыгнуть внутрь кузова. Или что-то типа этого рода. Так, типа машина, ок да. Ок да. Запрыгиваем. Так. И что у нас в сундуках? Ну, книжки и какая-то хрень. Так, конец третьей части побега из тюрьмы. Автор став. Она должна проехать в город. Нужно тихо просидеть тут весь путь. Так, ну ладно, вот закончился очередное прохождение карты. С вами был Крюпом. Всем пока.